Добрый день, дорогие телезрители Робинзон ТВ. Сегодня мы с Ириной будем проводить урок географии. Ирина, это карта Харькова или Украины, или Вселенной? Как ты думаешь? Мить, конечно же, это карта Украины. И как видите, лучше быть крашеной блондинкой, чем натуральной дурой. Можно проверить ваши знания по географии? Вы знаете хоть что-то из этих областей? Девчонки, откуда вы знаете так много областей? На самом деле, не просто вспомнить. Со школы. Это школа, остаточное, да? Явление остаток памяти. Да. Это злая географичка, да, которая... Не, хорошая. Хорошая. Ветер веет, мы дах уделится. Сташка из школы до дома уделится. Да тебе шукати, як до тебе прийти. Звідки виглядати, де тебе знайти. Вчителька микрорайону нашого жителька. Давай напишем тут просто темная территория и на этом остановимся. Здесь и Одесса тут находится? Здесь Мелитополь, здесь... Скажи еще раз, как ты сказал? Украине. Это жопа, Кировоград и ее центр. Я краснею. Подзабыли, подскажите. Это действительно точно. Подзабыли слегка, ну, лет 50 тому назад. Великолепная камера, кстати говоря. Давайте мы что-нибудь на другую тему с вами поговорим, если хотите. А давайте мы сначала поговорим об областях, а потом... Об областях я не буду ничего говорить, потому что я не разбираюсь в областях, честно. А вы ни одну не угадаете? В географии мы встретились, не виделись 30 лет. Я из Канады, гражданин. А он мой соученик по художественному институту. И вот вы с географией. Вот вам география. Канада, Украина. Отлично. Давайте так и напишем. Вот Канада и Украина. Вот я вижу красивых девушек. Почему бы к ним не пристать? Берем и пристаем девушки. Девушки, вы знаете Украину? Да. А теперь проверяем знания. Раз, два. Два. Ручки. И два маркера. Боже мой. Ладно, с тебя конфетка, это немецкая. Ой, тут что, вообще уже неправильно? Короче, я думаю, все. Отлично. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете угадать тут области Украины? Область Украины? Области Украины. Какие вы знаете? Если знаете, то подпишите, пожалуйста. Так, вот это Харьков. Да. Это Днепр. Донбасс. Днепр. Вот Днепр, так Тверковская. Где же столица? Столица? Вот это. Нет, Харьков. Это Полтава, Полтава, Полтава. Вообще, да. Это Полтава, да. А тут Киев. Киев или... Киев. Маленький, если это маленький, это Киев, по-моему. Да? Или вот это, да. Вот это два. Ну, а сегодня так я могу сказать. А на Западном Украине ничего нет. Нет, потому что мы там еще не было, не знаю, как там. Еще невольно планируете, да? Ну, да, почти, да, почти. Почти? Здравствуйте. У нас срок геометрии. Какие из областей вы угадаете? Все? А можете написать? Уберите камеру. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. У нас срок геометрии. Вы угадаете? Вернее, какие-то географии. Области? Ой, география, я и так люблю. Ну, простите меня. Угадайте какие-то области. Если угадаете, подпишите, пожалуйста. Если честно, дальше я уже не могу вспомнить так. То есть это темная территория, да? Не, ну не темная. Тут Можигирье. Да. Ну, география просто 6 лет назад учил. Тогда мог ответить, сейчас нет уже. Здравствуйте, у нас урок географии. Вспомните какие-то области? Вот так вот. Уважаемые родители. Вы заняты, да, вы помните.
как мы таки проводим наш урок географии, скажите, пожалуйста, вы сможете написать здесь хотя бы пару областей? Пару точно смогу. Давайте. Ні в кого на цій планеті. Може не на планеті, може тільки у Львові. Та по-любому тут ми пацани найбільш гонорові. Всередині Дніпро, назовні неони. Дніпро спій доживає посеред спального району. Давайте почнемо з Львова. Такий підмут всім еволушенам та імпреза буде капут. На районі вже не дуже цікаво, всі порішали справи. Кобіт немає, гуляють тільки маляви. Кобіти в центрі, ресторани, кліби, кнайпи. Чекають, щоб приїхав принц на білому вайпі. В нас не зовсім дочви, не зовсім ті кобіти, з якими хотілось би щоночі на солі глядіти. Нема про що говорити, кілька коктейлів і ви їдете з нами. Сидільськими пацанами, щоб вам не стало погано, швидко не їдете, повсюди бруківки. А сьогодні вдень в салоні тільки помило оббивку. Недалеко за містом хорошу дачу має, мабуть про неї вся Західна Україна вже знає. Україна! Все! Короче, Україна! Це Закарпатська область. Де? Закарпатська І що, я лах, полак, знаю, а ви не знаєте... А где? А где? Я живу тут, я знаю область Закарпатська. Там часто було весело, часом було не дуже. Та головне, що там і спальні, кухня, і душ. Я дякую тобі за ніч, ти дякуєш мені за мене. Подякуй моєму татові, в мені його гени. Пришло время подводить некие итоги нашей контрольной по географии. Нами было опрошено всего 100 человек, и только один из них смог правильно заполнить все области на контурной карте Украины. Как ты думаешь, Ирина, в чем причина? Мне думается, что причин несколько. Первая причина в банальной неграмотности украинского народа. Вторая причина в том, что знания, полученные в школьные годы, уже давным-давно выветрились. И третья, наиболее вероятная, кроется во влиянии магнитных бурь.